прогуливаясь с собаками по лесу под мелким дождичком, я решил записать анонс будущих передач на моем канале и заодно обрисовать немного текущее положение. Киевские амплитуды продолжают сниматься, как и другие краеведческие серии, но сейчас это дело было приостановлено из-за жары и продолжится, как только погода придет в состояние, когда можно где-то бродить и снимать. Сейчас мы снимаем одну из серий амплитуды, очень большую. Она будет посвящена одной из киевских малых рек. И чтобы доснять ее, нам нужно еще несколько съемочных дней, то есть несколько вылазок. Затем в планах на этот год еще несколько серий киевской амплитуды и непонятно сколько планеты Киева. Начал накрапывать дождик. Также осенью я хочу запустить на канале две новые передачи. Одна будет посвящена видеоиграм, но это будет параллельно Турбо, о других играх, тоже о старых играх, но не приставочных уже, о моих любимых играх. Это будут игры под MS-DOS, под Windows и другие платформы, но в основном упор будет на игры конца 90-х, начала нулевых. Также будет еще одна новая передача про звуковое программное обеспечение, но опять же параллельно Муз-Пингвину, параллельно музыкальному пингвину. Это будет отдельная передача, посвященная цифровой звукорежиссуре. На этом все. Спасибо за внимание. С вами был Петр Семилетов на своем канале. Пока.